Друзья, сегодня мы хотим рассказать вам о чудесном продукте – касторовом масле. И хотя про него придумано немало шуток и анекдотов на тему слабительных свойств этого препарата, ими достоинства касторки не исчерпываются. А пить его стоит и здоровым людям. Зачем это делать и как правильно принимать касторовое масло, расскажем в нашем видео. Чем полезна касторка? Первое достоинство касторового масла – это его уникальный состав. Оно содержит ряд важных жирных кислот, таких как рициновая кислота, линолевая кислота и олеиновая кислота, которые питают и увлажняют кожу, волосы и ногти, делая их крепкими и здоровыми. Второе достоинство касторового масла – это его способность улучшать кровообращение и уменьшать воспаление. Оно может помочь ускорить заживление ран, снять болезненность и уменьшить опухоли. Кроме того, касторовое масло может помочь справиться с различными кожными проблемами. Третье достоинство касторового масла – это его прекрасные косметические свойства. Оно может быть использовано для улучшения состояния волос и укрепления ногтей. При каких заболеваниях поможет касторка? Касторовое масло полезно при лечении некоторых заболеваний. Однако следует отметить, что часто оно является дополнительным средством, которые принимают совместно с другими препаратами. Вот некоторые из заболеваний, при которых касторовое масло может быть полезным. Касторовое масло имеет слабительное действие, поэтому может использоваться для лечения запоров. Артрит. Касторовое масло помогает снизить воспаление и болезненность при этом заболевании. Экзема и другие кожные недуги. Благодаря своим противовоспалительным и увлажняющим свойствам, касторовое масло может уменьшить раздражение и зуд при различных кожных воспалениях, таких как экзема и псориаз. Раздражение глаз. Касторка способствует увлажнению и успокоению глаз при различных проблемах, включая сухость и раздражение. Уход за кожей головы. Касторовое масло может использоваться для избавления от перхоти и сиборейного дерматита. Как касторку применяют в индийской медицине? Касторовое масло в традиционной индийской медицине, известной как аюрведа, используется в качестве лечебного средства при таких проблемах со здоровьем, как запоры, артрит, головная боль, боли в спине и суставах, а также для укрепления иммунной системы. В аюрведе касторовое масло считается основой для многих лекарственных мазей и препаратов. Оно применяется как средство для очистки кишечника, а также как масло для массажа, для улучшения кровообращения, снятия боли и расслабления мышц. Кроме того, касторовое масло используется в аюрведе для укрепления волос и предотвращения их выпадения. Оно применяется для массажа кожи головы и для борьбы с сухостью, зудом и раздражением кожи. Здоровье – главное, что у нас есть. Именно поэтому мы создали этот канал и стараемся регулярно делиться полезной информацией с вами. Подпишитесь, и видео о полезных рецептах укрепления здоровья увидит больше людей. Зачем касторка здоровым людям? Казалось бы, если нет болезней, то не нужны и лекарства. Однако любой недуг проще предотвратить, чем лечить. Не менее важным всегда быть энергичным и полным сил. В этом-то и поможет касторовое масло. Индийские целители считают, что при плохом очищении кишечника наступает застой лимфатической системы, и человек становится вялым и уставшим. Возможно, вы возразите, что не имеете проблем с кишечником. Однако речь идет о явных проявлениях в виде запоров, диареи или других проблем с пищеварением пищи. Но сам по себе рацион современного человека увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В результате все мы нуждаемся в улучшении процессов переваривания и выведения пищи. Вместе с этим мы ускоряем течение лимфы и получаем прилив энергии без дополнительных, далеко не безвредных энергетиков-напитков. Для решения этой проблемы достаточно каждый день перед сном выпивать половину чайной ложки касторового масла. Довольно быстро вы почувствуете изменения своего состояния по утрам и увидите, что не устаете на протяжении всего дня. Кому противопоказано касторовое масло? Касторовое масло может быть противопоказано в следующих случаях. Беременность, кормление грудью, так как касторовое масло может вызвать схватки матки и негативно повлиять на развитие плода или младенца.
При заболеваниях кишечника, таких как язвенный колит или хронический запор, касторовое масло может ухудшить состояние. Хотя это средство действует в качестве слабительного, у хронических запоров могут быть серьезные причины, и прием простых слабительных может ухудшить состояние. Некоторые люди могут иметь аллергию на касторовое масло, что проявляется в виде сыпи, зуда, крапивницы и других симптомов. При острых заболеваниях желудка и кишечника, таких как гастрит, язва желудка, колит и другие, касторовое масло может ухудшить состояние. Касторка может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому людям, принимающим любые системные препараты, следует обсудить употребление касторового масла со своим врачом. Друзья, касторовое масло – это настоящий подарок природы. Его многочисленные достоинства делают его незаменимым продуктом для поддержания нашего организма. Попробуйте и убедитесь в результатах применения этого натурального средства. Видео на какие темы вы бы хотели увидеть на нашем канале? Расскажите в комментариях, какие проблемы со здоровьем нужно чаще освещать в наших роликах, и подпишитесь на наш канал.